Всем привет! Стал известен новый чемпион мира по кибердисциплине Dota 2. Европейская команда OG, ранее известная как Monkey Business, в гранд-финале The International 2018 победила китайский коллектив PCG LGD со счетом 3-2. До начала турнира киберспортивная комьюнити и букмекеры не слишком высоко оценивали шансы OG на успех. По предварительным прогнозам их ставили во второй десяток ближе к 15-му месту, тогда как троица фаворитов выглядела следующим образом. Team Liquid, Virtus.pro и PCG LGD. На групповом этапе OG заняла 4-е место в группе А, что позволило ребятам попасть в верхнюю сетку. Плей-офф TI8 проходил в формате Double Elimination. OG на пути к гранд-финалу обыграла VGJ Storm в четвертьфинале, Evil Genius в полуфинале и PCG LGD в финале верхней сетки. Причем в решающем матче OG потеряли среднюю линию и тир четвертой вышки. Однако LGD не успели разрушить трон, а возродившиеся игроки OG сумели переломить итог противостояния в свою пользу. PCG LGD в финале нижней сетки обыграла коллектив Evil Genius и горела желанием взять реванш у OG в гранд-финале. В первом матче гранд-финала победа осталась за OG. Затем уже китайцы выигрывают два матча и делают счет в серии 2-1 в свою пользу. Тем не менее, OG сумели собраться и сначала сравняли счет 2-2, а затем и вовсе выиграли пятый матч и завершили гранд-финал за International 2018 со счетом 3-2. За победу в турнире OG заработали 11,2 миллиона долларов, PCG LGD второе место и Evil Genius третье место получили по 4,1 и 2,7 миллиона соответственно. Список остальных призеров выглядит следующим образом. OG приехала на TI8 с неожиданно высоким уровнем исполнителей. Если до старта чемпионата у сообщества еще возникали сомнения о мастерстве Топса на уровне мировой сцены, то сейчас его считают главной восходящей звездой турнира. А Ана ни капли не растерял за время перерыва в карьере. Даже Сэп, на которого сыпались все обвинения в проигранных картах, выстреливает в решающий момент. OG осталось только поработать над дисциплиной, и из них получится команда, способная на постоянной основе соревноваться с сильнейшими составами мира. И действительно, серьезной проверкой для них станет встреча с LGD. А на этом все. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч!